Подразделениями группировки войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева взят под полный контроль город Авдеевка Донецкой Народной Республики, являвшийся мощным оборонительным узлом вооруженных сил Украины. Под непрерывным огневым воздействием российских войск лишь отдельным разрозненным формированием украинских боевиков удалось спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом вооружение и военную технику. В настоящее время проводятся мероприятия по окончательной зачистке города от боевиков, блокированию украинских подразделений, оставивших город и засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате. Подразделениями группировки войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева взят под полный контроль город Авдеевка Донецкой Народной Республики, являвшийся мощным оборонительным узлом вооруженных сил Украины. В результате наступательных действий от украинских националистов освобождена территория площадью около 32 квадратных километров. Потери противника в боях за Авдеевку в течение последних суток составили более 1500 военнослужащих. Под непрерывным огневым воздействием российских войск лишь отдельным разрозненным формированием украинских боевиков удалось спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом вооружение и военную технику. Приказ главкома ВСУ Сырского об оставлении города был выпущен только спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства украинских войск из Авдеевки. В настоящее время проводятся мероприятия по окончательной зачистке города от боевиков, блокированию украинских подразделений, оставивших город и засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате. Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от террористических ударов преступного киевского режима. Информация о продвижении наших войск не передавалась огласке до полного разгрома противника и взятия под контроль города. Войска группировки войск «Центр» продолжают наступательные действия по дальнейшему освобождению Донецкой Народной Республики от украинских националистов.